Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Супруга погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, которую суд признал пострадавшей, решила развестись с мужем за 2 недели до трагедии. Маргарита Захарова написала заявление 25 мая. Документ оказался в распоряжении журналистов. Жена Сергея Захарова указала, что они не жили вместе с 1994 года. На момент подачи заявления у каждого из супругов была своя личная жизнь, уточнила вдова. Решение же о разводе было обоюдным. После аварии выяснилось, что с Ириной Стерховой, которая представилась женой погибшего, официально брак зарегистрирован не был, однако пара прожила вместе около 20 лет. В ходе следствия Ирина добивалась статуса потерпевшей, однако его присвоили лишь Маргарите. При этом на заседании суда по делу актера Захарова утверждала, что прожила в счастливом браке с погибшим 27 лет. Телеграм-канал Немалахов подметил, теперь Маргарите грозит наказание за лжесвидетельство. Как стало известно московскому комсомольцу, дело о разводе в связи со смертью Захарова будет прекращено. Маргарита же с журналистами беседовать на эту тему отказалась, бросив трубку. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!